Всем привет! Сейчас я хочу вам показать, как скачать изображение или фото в приложении Pinterest. Для этого мы заходим туда, ищем любую фотографию, которая вам понравилась и вы хотите сохранить. Например, вот эту. Если вы нажмете на вот такую красную кнопку «Сохранить», то она у вас сохранится не в галерею, а просто на доске в Pinterest. А если нажмете вот на эти три точки и скачать изображение, тогда оно у вас сохранится в галерею. Вот.